Всем привет, друзья! С вами Елена. Готовим сегодня пирожки с абрикосами. Мягкие, воздушные. Вся начинка у нас находится внутри. И ни один пирожок у нас не потек. Посмотрим, какие они у нас воздушные. Какие же вкусные. Хорошо пропеченное тесто. Воздушное и очень-очень мягкое. Вкуснота. А я хочу, чтобы такие пирожки приготовили вы. Смотрим видео и готовим вместе. Тесто буду готовить по своему фирменному рецепту на кефире. В кефир комнатной температуры добавляю сахар. Высыпаю весь. Быстродействующие дрожжи. 2 чайных ложки и пару столовых ложек муки. Будем с вами активировать дрожжи. Возьму с горкой. Перемешиваю. Беру в сторонку на 10-15 минут. В объемную миску разбиваю яйцо. Ванильный сахар добавляю. Сливочное масло. Оно у нас размягченное. Перемешиваю до однородности. В яичную смесь добавляю дрожжевую. Дрожжи у нас, смотрите, какие запузырились, заработали. Перемешиваю до однородности. В муку высыпаю разрыхлитель, соль. Перемешиваю. Частями просеиваю в жидкую основу. Часть добавила и перемешала. Выкладываю тесто на стол. Стол припылила хорошо мукой. И начинаю вымешивать тесто. А тесто у нас должно получиться мягким. Ни в коем случае не перебитым. А как только тесто начинает подлипать, добавляю небольшое количество муки. Интенсивно вымешиваю минут 5-7. Все 450 граммов муки у меня ушли. Тесто очень мягкое. Чуть подлипающее к рукам. Вот в таком виде я его буду сейчас отправлять на расстойку. Смазываю растительным маслом, чтобы не образовывалась корочка. Выкладываю в ту же самую миску. Накрываю салфеточкой и отправляю в теплое место на 1 час. А для начинки взяла спелые абрикосы. Порезала каждую половинку на 3 части. Так не мелко, не крупно, по-среднему. Такие кусочки у меня получились. В сковородку выкладываю сливочное масло. Выкладываю абрикосы. А температура выставлена самая высокая. Присыпаю их сахаром. 3-4 столовых ложки понадобится. Они очень сладкие. А по такому принципу можно готовить любую ягодную начинку. Из свежих ягод, пожалуйста, делайте вишню, черешню. Буквально одну минутку я их припускала, сахар подтаял, выкладываю крахмал, столовую ложечку с горкой, перемешиваю, выключаю. Так вот. Сильно спела абрикосы, немножко разварились, ничего страшного, все равно они у нас кусочками, и дам остыть начинки наши. Стол смазываю небольшим количеством растительного масла. Выкладываю тесто. Посмотрите, какое оно у нас красивенькое, пышулечко. Обминаю его. Как следует. Мягкое очень, приятно с ним работать. Делю на колобки,
делаю заготовки, выкладываю на стол, беру, руками вытягиваю тесто в тоненькую лепешку. Столовую ложку начинки. И слепляю пирожок. Тесто очень податливое, мягкое, хорошо лепится. Переворачиваю и выкладываю пирожок на расстойку. А пирожки простояли 30 минут на расстойке. Смазываю взбитым яйцом. Духовка уже прогрета до 175 градусов. Отправляю их выпекаться на 20 минут. Понравилось видео? Не забудь отметить лайком, подписаться на наш канал. Удачной выпечки! До свидания!